Всем знакам зодиака звезды говорят: не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. В этот день поезжайте на природу подальше от города. Поездка поможет восстановить внутренние силы. Овны, вы будете особенно красноречивы и гостеприимны, поэтому не нужно стесняться организовывать приемы или ходить на вечеринки. Общение доставит вам удовольствие, даже если полученная информация окажется пустой и бесполезной. Тельцы, вам звезды рекомендуют действовать проверенными ранее способами, а не экспериментировать и избегать рисков. Возможно, что финансовые потери случатся в скором времени. Поймите свои чувства, мысли и действия, потому что вы должны быть готовы к неожиданностям. Близнецы, ближайший период символизирует для вас искушение. Вероятно, нарушение закона и порядка. В азартных играх важно вовремя остановиться, иначе придется влезть в долги. Будьте осторожны за рулем, не испытывайте свою удачу. Раки, положение планет может заставить вас выразить свою независимость, взяв на себя большую ответственность за кого-то или за важное дело. Не пытайтесь форсировать ход событий, оказывать давление на окружающих, иначе вы можете стать источником бесконечных споров. Львы, звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических нагрузок и любых рискованных действий, а вот ваши отличительные качества, неотразимость, остроумие и духовная щедрость останутся с вами и помогут стать душой любой компании. Девы, готовьтесь к резким перепадам настроения. Могут возникнуть проблемы с реализацией планов и идей. Наивность помешает вам распознать махинации недоброжелателей. Вероятны ошибки в поведении. Весы, в ближайшие дни старайтесь не принимать важных решений. Чрезмерная уверенность в себе, эмоциональный импульс, желание рискованных операций могут привести к неправильному действию. Новые идеи или влияние будут иметь негативные последствия. Скорпионы, вы можете ожидать приятных сюрпризов и неожиданных новостей. Удачной покупки, уход, связанный с профилактикой заболеваний. Новый период в вашей жизни уже наступил, черная полоса позади, так что можете расслабиться и просто отдыхать. Стрельцы, будьте осторожны, у вас велика опасность обмана, интрига, клеветы со стороны людей, которым вы полностью доверяете. Не закрывайте глаза на то, что происходит, в противном случае ваша репутация может сильно пострадать. Козероги, старайтесь не находиться в людных местах долгое время. В ближайший период вы будете подвержены чужому энергетическому давлению. Возрастает риск обмана и мошенничества в отношении вас. Выберите для себя приятное занятие и посидите дома. Водолеи, ваша креативность и интуиция возрастут, полное взаимопонимание возможно в отношениях с близкими вам людьми. Старые друзья могут дать практический совет. Накопленный за выходные позитив поможет вам встретить новую рабочую неделю во всеоружии. Рыбы, домашние дела и проблемы потребуют от вас незамедлительных решений. Встречи с друзьями могут вызвать замешательство и даже усталость. Проведите время на свежем воздухе в тесном семейном кругу. Путешествие позволит всем знакам зодиака 7 декабря по-новому взглянуть на многие вещи. В начале новой рабочей недели все обязательно найдут для себя интересные знания. Звезды знают, о чем говорят.